анонс и точная дата выхода 36-й серии турецкого сериала «Рамо». 36-я серия сериала выйдет в эфир 12 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что как только Рамо стало известно, где находится золото, то он сразу же направился на это место. Куркут узнал об этом и сразу же стал предпринимать попытки для того, чтобы перепрятать золото. Когда Сибель увидела Рамо и Чичек, то сильно удивилась. Изначально она посчитала, что Рамо выкрал девочку. Чичек сказала, что она сбежала, так как очень хочет познакомиться со своим отцом. Когда Чичек увидела Хасана, то назвала его своим отцом. Сам же Хасан не подозревает, что происходит. Рамо понял, что к этому делу причастен Масхар. Он отправил с его телефона сообщение Куркуту и получил ответ. Масхар предупредил Рамо, что если он не отдаст ему телефон с этими доказательствами, то не выйдет живым после встречи с большим боссом. После того, как Рамо встретился с еще одним из начальников, то он стал объяснять ему правила, которые должен соблюдать каждый. Если же он хочет работать рядом с ним после Елдерыма, то Рамо придется играть с ним. Он начинает по очереди просить назвать причину каждого из присутствующих, под которой ему не придется убить этого человека. Когда он слышал тот ответ, который его не устраивал, то сразу же выстреливал. Вскоре очередь дошла и до Рамо. Теперь он должен ответить, почему с ним можно работать и доверять ему. Напомним, 36-я серия сериала выйдет в эфир 12 марта. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.